Солисток народного ансамбля из Удмуртии в шутку называют вторым составом бурановских бабушек. Органчи, что значит гармонистки, поют, танцуют и хранят традиции своей республики в таком составе уже 27 лет. Сюда приехали не только ради гран-при. Отмечают, участие в подобных конкурсах национальных культур интересно и полезно. Если сидишь только на одном месте и своим коллективом только живешь, и республикой своей, то не обогащаешься так, как вот именно, когда вот с другими коллективами общаешься. И вот сейчас у нас мастер-класс проходил танца, народных танцев, да, и мы с удовольствием посетили, и, конечно, в багаж свой взяли вот эти умения и навыки других людей. Мастер-классы здесь проводят именитые профессионалы из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Новгорода. География конкурсантов также впечатляет. Своим искусством членов жюри удивляют жители Уфы, Казани, Сыктывкара, Солнечногорска и других городов России. Всего около 70 делегаций. Кстати, возраст участников народных истоков не ограничен. Все вместе на одной площадке они пополняют свой багаж знаний в области традиционной народной хореографии, театрализованных фольклорных постановок. А вот мастер-класс по вокалу здесь проводит народная артистка России Валентина Савельева. Голосистые, красивые, жизнерадостные, с каким воодушевлением они исполняли свои произведения, произведения своих республик, мы так радовались. Это такая многонациональная Россия. Члены жюри настолько воодушевились конкурсом, что даже придумали свой девиз «Мир, дружба и радость творчества». Здесь на одной площадке выступают и маленькие детки, выступают и взрослые люди, и бабушки, те, кто уже являются, как говорится, носителями этих традиций, может передать их из рук в руки. Дети смотрят, дети учатся, и, кажется, полностью цель оправдана. Основная часть участников конкурса, конечно же, молодежь. И эти ребята ни за что не променяют польку на брейк-данс или фольклор на эстрадную попсу. Уверены, их главная задача и даже миссия – продолжать традиции предков. Фольклор – это наши корни. И когда мы приезжаем в деревню в нашу, и там нас бабушки встречают, мы поем, им очень нравится. Они говорят точно так же, как и мы пели. То есть кто-то даже плачет. Это не только пение, это еще и костюм. У нас подлинные костюмы. Прям из тех деревень. Это натуральная вышивка, которую бабушки своими руками вышивали. Это панёва тоже. Вот моему костюму более 100 лет. Мне достался чудом просто костюм. Вот, и я этим горжусь, очень уважаю и планирую дальше этим заниматься. Так называемая межнациональная площадка для культурного обмена сегодня завершила свою работу. Два гран-при уехали в Воронеж, один в Гагру, еще один в Тольятти. Через год, пообещали народники, они снова вернутся в Сочи. Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.